Добрый день. С нами сегодня Яков Кедми. Главная задача сегодня – поговорить немножко про операции. Мы в Польше это называем «Мост». Как это в России было название? Алия в 90-92 году. У нас, там, где я работал, у нас не было специального названия для этого. Начало было положено в конце 89 года, когда нам удалось перенаправить и вообще используя те изменения, которые произошли в Соединенных Штатах, и новые правила, которые были введены американским правительством, американскими властями, что каждый выезжающий из... каждый, который хочет въехать в Соединенные Штаты, должен пройти процесс иммиграции в стране, гражданином которой он является. Нам удалось привести к тому, что все выезжающие из Советского Союза по израильским визам направляются только в Израиль. Нам не удалось сначала, хотя была договоренность, сделать так, чтобы все выезжающие могли улетать прямыми рейсами. Но потом это удалось. Но на этом периоде выезжали из Советского Союза через третьи страны. И для этого мы пользовались Румынией, потом Венгрией. Ну, пытались посмотреть другие варианты. И один из вариантов, который тоже открылся в тех или иных размерах, это был и польский вариант. То есть понятно, что использовали приграничные с Советским Союзом страны, чтобы облегчить этот процесс. С Румынией мы разработали вариант за несколько лет до этого, когда еще евреи выезжали, и часть ехала в Израиль, а часть не ехала в Израиль. Тогда это существовало только для тех, которые хотели ехать в Израиль. Потом мы расширили это на Венгрию. И часть евреев, которым было удобно географически, ехали через Румынию, часть через Будапешт. Ну и когда начался выезд только в Израиль, все эти направления, все эти объемы выезжающих пошли через эти две страны. Была такая мысль попробовать расширить транзитные страны для того, чтобы упростить и ускорить выезд, и для того, чтобы облегчить людям. Так это и произошло, поскольку процесс этот общий, транзит, использование транзитных стран, кроме Вены, Австрии, которая была, он начался где-то в 86 году и дошел до своего пика в 90-91. Но поскольку потом возобновились прямые рейсы, которые была договорена еще в 89-м. Но чем больше было прямых рейсов, тем больше они забирали. Рассматривались морские варианты, но до полного использования варианта отправлять людей морем через Одессу это не дошло. Почему? Были очень многие, хотя это был очень выгодный вариант и очень удобный со всех точек зрения. В еврейском агентстве было слишком много сопротивления этому, потому что насколько это упрощало весь процесс, это их лишало больших баз для отправки багажа и больших перевалочных пунктов, которые, с одной стороны, позволяли им держать довольно значительное количество людей отделений за границей, а с другой стороны, перевалочные пункты с багажом позволяли им проводить через себя огромные суммы денег, что тоже никогда не было вредно для чиновников. Всегда чиновники любят, когда через их руки проходят большие суммы денег. Понимаю. Как с точки зрения логистики происходила операция? Логистика, она не слишком отличалась в Румынии, в Польше или в Венгрии, ну, за исключением специфики там властей. Одна проблема была, как обеспечить прием людей,
в аэропорту. И наиболее быстрое прохождение паспортного контроля. Дальше было два варианта. Оптимальный вариант для нас был, это не выходя с аэропорта, тут же пересесть на самолет, который летит в Израиль. Нам удавалось это делать в Венгрии, нам удавалось это делать в Румынии, но не всегда это было возможно. Второй вариант был, люди по прибытию в ожидании следующего рейса или ближайшего рейса отправлялись в какой-то временный пункт, где они могли пожить. И снималось такое место, то же самое было в Будапеште, то же самое было в Румынии, то же самое где нашли в Варшаве, в Польше. То есть надо было принять людей, провести паспортный контроль, отвезти их с багажом в место пребывания, держать их там, то есть обеспечить всем необходимым, начиная от медицинской помощи и кончая едой, ночлегом и все, что необходимо. И к удобному времени вернуть в аэропорт, сделать все необходимые проверки, посадить в самолет и отправить в Израиль. Все это сопровождалось также в то время. Это было не менее актуально проблема безопасности. То есть людей надо было обезопасить от возможного нападения террористов. Или, в зависимости от страны и времени, от уголовных элементов тоже. Многие из криминальных элементов знали, что у людей есть какие-то там ценности, деньги или что-нибудь. В чужой стране они, если бы не было приняты серьезные меры, то это могло бы привести к очень неприятным инцидентам. Так что это работало довольно эффективно, я не помню, что в какой-то стране были проблемы в области логистики или в области безопасности, которую мы не могли бы решить. Наиболее критическое это было пребывание в аэропорту, то есть прохождение всех формальностей как можно более быстро и как можно более легко, чтобы все требования к полетам в Израиль и по отношению к израильским потенциальным пассажирам не осложняли пребывание в аэропорту или сам процесс выезда. Как правило, службы безопасности местные всегда выполняли наши требования и рекомендации, находили дорогу, как это выполнить. Я не помню в странах транзита каких-то из этих трех какие-то проблемы, которые были. Много историй я слышал про это, кто этим занимался. Кто занимался, какие организации или агентства занимались Алией? От имени государства, государственной службы, которая этим занималась, это НАТИФ, в котором я работал. Со временем, когда ситуация изменилась, та налаженная работа и те структуры, которые были созданы, мы просто передали в еврейское агентство, включая людей, которые этим занимались. Если возникали какие-то политические проблемы или другого порядка, мы их решали. В Польше, поскольку ситуация уже была другая, мы участвовали, я участвовал лично во всех этих переговорах с польскими, как властями, так и польской компанией ЛОТ, чтобы все это определить. Но это с самого начала при нашем участии решало еврейское агентство Сахнут. Не было большой нужды, чтобы мы, как государственный орган, этим занимались. Так что моя роль была применить концепцию к тем условиям, которые есть, определить, как это должно быть с нашей точки зрения, решить проблемы, которые это могло вызвать в контактах с местными властями или добиться их содействия, как политического, принципиального, так и чисто практического на исполнительном уровне тех или иных систем. Нам было важно, чтобы этот выезд не осложнялся самим маршрутом выезда или проблем, которые будут по дороге в Израиль. Поскольку наша ответственность перед государством была до их приземления в аэропорту.
дальше были использованы другие частные компании или общественные, то есть Эль Аль как перевозчик, понятно, в этом участвовал, но не только Эль Аль, пользовались другими авиакомпаниями, или еврейское агентство как организационная финансирующая структура, которая может и умеет это делать. Сколько лет вы этим занимались? Я был на службе с 78 года до 99-го, 27 лет. А транзитом? Транзитом это когда началась проблема с Румынией. Это было где-то в начале 80-х. И в течение всех 80-х и начала 90-х. Параллельно я занимался прямыми рейсами, но это уже, так сказать, или морскими путями. Ну, прямые рейсы, которые начались 1 января 90-го года, Шварнадзе по политическим причинам прекратил, запретил, будучи министром иностранных дел. И пришлось ожидать их возобновления уже в других обстоятельствах, при других обстоятельствах. Сколько человек, репатриантов, переехало через этот... Через нашу службу? Да. Если говорить о всей Восточной Европе, то все, кто приехали из Польши, из Венгрии, из Румынии, из Болгарии, даже из Албании. Но было великолепное содействие польских властей в этом отношении. Работник посольства, поляк, в Москве. Сам, опросив семью, которая пришла, составлял им легенду о их польском происхождении и выдавал соответствующие документы. Отлично знаю, что эти люди, то есть их приезд, если когда-нибудь они это, в Польшу, это будет первый раз в их жизни. Понимая и важность, и человеческую общую сущность этого, и выполняя, так сказать, если не слово, то согласие своего правительства, хотя это было еще, когда власть в Польше была другой, мы встречались со стороны польских властей и на территории Советского Союза в решении главного вопроса подтвердить со стороны Польши, что данный человек является бывшим польским гражданином и имеет право на выезд с точки зрения Польши, на въезд в Польшу в качестве репатрианта. Но когда были эти подтверждения, убедить советские власти было легче. И практически организация выезда из Молдавии и Приднестровья это было одно, когда у них шла война. Грузия и Абхазия эта война это было другое. Как обычно в таких вещах надо было найти возможность контактировать и решать проблему с обеими сторонами. То есть в Грузии как раз, если мы говорим о Сухуми, то как раз надо было перевести, собрать евреев на абхазской стороне, но аэропорт был на грузинской, перевести их в грузинскую сторону, плюс присоединив евреев, которые живут на грузинской стороне. А как раз войска стоят одни с другими, то есть надо было договориться с грузинскими военными, с абхазскими. Потом самолет должен был отвезти их из Абхазии в Грузию. Так что бывали разные случаи. В Средней Азии были другие варианты. В Душанбе были варианты, когда власть переходила из рук в руки. То есть если новые товарищи пришли к власти, а часто бывали вооруженные группы, вооруженные они. Представление было, как, например, это было в Таджикистане, те, кто пришли к власти тогда. Раз евреи выезжают, а евреи богатые, то был случай, в аэропорту уже все готово, самолет, еврейское агентство, мы просили их прислать самолет. Они говорят, дайте, оплатите нам, заламывая бешеные суммы, с ними договариваться, а другие из этих братишек, которые их интересовало другое,
Им нужно было оружие. Пусть Израиль поставит нам оружие. Или деньги, или пусть эти деньги. То есть вопросы шли и принципиального порядка, как договариваться в рамках того, что государство может позволить. С другой стороны, как решить финансовые проблемы. С третьей стороны, как решить проблемы безопасности. Как, например, в одном из случаев в Средней Азии проблемы начались, и хотя договорились, они продолжались, но тогда параллельно связались с российской дивизией, которая была там, и вели переговоры, пока не появились бронетранспортеры с солдатами и офицерами этой дивизии, и тогда проблема была решена. Но опять-таки, все это хорошо говорить, но когда типичная сцена, которая была, что стоят наши ребята и договариваются, и все, но переговоры они ведут с товарищем, который, от которого несет не только спиртом, но и анашой, наркотиком. Он вдребезги пьяный и неадекватный. А по привычке он стоит с Калашниковым, и он не спускает палец со спускового крючка. Автомат гуляет туда-сюда, то есть что угодно может быть. Причем неадекватное поведение может и психологически. У евреев вот деньги пусть дают, иначе самолет не пустят. И все. А люди стоят, это живые люди, это семьи, это... Они на последнем, из последних сил. Нельзя их подвергать опасности, надо убрать опасность. Не всегда из Молдавии и Приднестровья была одна возможность, один маршрут теоретически вывести через Румынию. Но большинство невозможно было вывести через Румынию. Значит, надо их вести через Украину. Но Украина уже другое государство, то есть надо договориться с украинскими властями, начиная от простой элементарной вещи, от таможни. А у таможенников свое, они должны получить свое. Въезжают оттуда сюда, досмотр, налоги, таможня, таможенные сборы, а они едут не в Украину, они едут дальше. В общем, приходилось решать и принципиально, и политически это вопросы, и почти юридически договариваясь, и конкретно сопровождая каждый автобус с каждым милиционером, пограничником, таможенником или чиновником. И если возникали проблемы, надо было их решать. Люди сидят в автобусе, или люди приезжают в аэропорт, они хотят улететь. Все поступления иностранной валюты, все курятаты, почти все, были от нас. А кондуктор брал свои 10% на свои нужды. И поэтому он и его семья были заинтересованы, потому что другого источника валюты не было. А секуритаты тоже были заинтересованы. Им тоже нужна валюта, работать за границей, как любой спецслужбы, разведслужбы. А кто им давал деньги? Мы. От чего они должны были отказаться? От евреев. Много историй про это, я думаю. Да, было много историй. Многие ребята у нас, которые этим занимались. И спецслужба, она существует, когда обстоятельства не позволяют конвенциональными методами решать эти проблемы. Было иногда возникали ситуации, когда требовалось принять в течение 5 минут решение, что делать дальше, и сообщить его, или осуществить, или продолжить операцию, или перенести, или наоборот ускорить. Были такие моменты, что приходилось ставить всех перед фактом, даже друзей, даже еврейского агентства, и говорить, вот я хочу самолет в течение 10 часов. Меня ничего не интересует, есть у вас, нет. Если нет, я найду. И нередко бывало, что срабатывала угроза, что если они это не сделают, мы это сделаем. И были самолеты, у меня не было проблемы найти самолет.
Сколько человек переехало в 90-92-м? Это главная волна. В 89-м, то есть 90-91-92-й, сейчас скажу, свыше 400 тысяч. Во время вашей службы в Нативе сколько переехало всех репатриантов? 400 тысяч евреев в Румынии с лишним, около 500. 1 000 000 с лишним евреев Советского Союза, если посчитать тех, которые выехали и не поехали в Израиль тогда, в то время, это еще примерно 500 000. Дальше евреи Польши, евреи Венгрии, даже евреи немало, немного, но когда было вторжение советских войск в Чехословакии, то же самое. Так что довольно приличные цифры, я думаю. Где-то недалеко от 2 000 000, если говорить об израильских гражданах. Сколько смогли? Нет, чем занимается Натив? Чем он тогда занимался? Чем он занимается сегодня? Это... Тогда занимался, да. Определение и осуществление государственных интересов Израиля в отношении евреев Восточной Европы. В эти государственные интересы, с одной стороны, обеспечение их безопасности, второе, связь и развитие еврейской жизни, связь с Израилем, третье, это свободная репатриация в Израиль, и четвертое, свободная способность, насколько это возможно, заниматься тем, что они считают необходимым, поскольку они евреи, начиная от еврейского образования и кончая всякими религиозными вопросами и прочее. Были случаи, когда я, встретившись с одним из генералов на одной из территорий бывшего Советского Союза, я ему сказал, что он довольно квалифицированно написал в свое время, в 60-е годы, инструкцию секретную для высшей школы КГБ о методах работы с сионистским движением. Он так насторожился, я говорю, не, хорошо написано, все нормально, чисто профессионально, молодец. Он говорит, а ты ее видел? Я говорю... У меня нет много экземпляров, но один есть. Это было не единственное, что мы видели. Так что бывали различные. Приходилось решать все проблемы, на каждом этапе свои проблемы. Когда была одна власть и одно направление власти, решали по одному. Когда условия позволяли, наш принцип был расширить границы того, что мы делаем, до максимально возможного с точки зрения терпения властей и службы безопасности, я к этому добавил. А потом я немножко их перехожу. Они это воспринимали, им ничего не оставалось делать. Со скрипом, но отлично понимаешь, что это делается.